когда проводили вот здесь и проложили они свою трубу, они нам решили все забетонировать. И поэтому вот сейчас у нас вот все происходит. Здесь раньше вообще было болото, можно сказать. Вот. И поэтому все отовсюду все течет сюда. Так как канавы у нас тоже нет, нам ее засыпали. Потому что вода, как у вас там стоит. Естественно, все у нас здесь. Откачиваем постоянно. Канава, конечно, перекрыта, два колодца, мы воду откачиваем. Вот. Просили, чтобы нас врезали, но было отказано. Не дают нам, мы сами уже доделали, вот у нас канализация, а врезаться нам не дают. Сначала запрашивали сумму, там 1,5 миллиона, а как бы частная здесь вот у нас канализация.